сын музыканта. Потом сын, дед у меня тоже музыкант был. Поэтому в этой семье считалось нужным детей воспитывать музыкой. Меня отдали учиться на скрипке. Родина нашего героя – центр провинции на северо-востоке Китая. Я стал прислушиваться джазовым ансамблям, которые были в то время. Хотелось играть, как они играют. И на меня большое впечатление произвело музыка Эллингтона. Мне родители купили саксофон и говорят: «Вити, учись и начинай работать». Я научился и начал работать. Первый концерт мы дали в театре Тинчурина. Присутствовал тогда там даже председатель президиума татарского Дин Мухамедов. Мы дали концерт, и через пару дней вызывает Минстрема, и ему сказали, что забудьте о этой музыке, которую вы играли. И вообще о джазе. И тогда вообще постановление об опере «Великая дружба» Мурадели. Нас разогнали. Кто успел устроиться в оперный театр, в оркестр, кто в симфонический оркестр, кто в ресторан, кто в кинотеатр. Музыканты, прибывшие из далекого Шанхая, проявили удивительные качество музыкантов. Они во главу угла своей деятельности, своей жизни здесь, в Казани, поставили музыку. В кинотеатре «Татарстан» оркестр звучит 40 лет. И все 40 с участием Виктора Эдуардовича. Я привязалась к нему сначала. Потом я стала прислушиваться к джазу. Потому что расстаться с Виктором Эдуардовичем я тогда не могла. Я влюбилась сразу, с первого дня, как только его увидела. Что-то пытались сделать, это уже хорошо. Хорохорились. За эти 10 лет, которые существует оркестр, он себя показал, и движение было, и творческий вырос. И сам факт, что выступали мы на таких престижных площадках. Ну, удовлетворение есть. На судьбу не жалуюсь, нет. Судьба меня не трогает. Если не так живу, так сам виноват. Ответственность за свою жизнь только себя держу.